Давай валяться. Всем привет, ребята, с вами Виталий Зеленый. Маргарита, поздоровайся. Привет. Рита уже одета, потому что мы идем гулять с Дейзи. Вы многие писали, снимай больше видео с Дейзи, нам нравится, прикольно, она там няшная, все дела. Смотрите, какая она няшная, когда чешется. Дейзи, ты няшная? На нашей постели. Смотрите, и кайфует. На нашу постель, смотрите, блох выкидывает. А пишут, что ты няшная. Короче, коза. Сегодня 1 марта. Первый день весны. Ура! Ну нифига не ура, так как у нас целую ночь дул сильный-сильный ветер. Он нам не давал спать. И нападало еще много снега. Ну короче, весна, ребят. Блин, я не знаю, почему, когда я думаю, я сейчас чешу нос или затылок. Не знаю, просто, наверное, чтобы себя занять. Ну, короче, такая вот фигня. Чухай сейчас идем жопу. Погулять. Ага, чухать, Рита говорит, чухай жопу, когда думаешь, чтобы вы не видели. Короче, сейчас идем гулять с этой дурочкой. Вот. И потом не знаю, что еще будем делать. Потому что что-то крутое и интересное не могу заснять. Сейчас снимаю просто свою жизнь, все, что происходит. Потому что вы многие пишете, блин, давай влоги, типа, очень долго там не выпускаешь. А я просто иногда не могу, потому что погодные условия не позволяют. И то снег, то дождь, то еще что-нибудь. Ну, знаете, Виталя, ищи любых отмазок, там, иди снимай, короче. Сразу поставьте, пожалуйста, ребят, мне большой палец вверх. Нажмите колокольчик перед началом видео, чтобы вам приходило сюда уведомление при том моменте, когда я публикую влог. И подпишитесь на канал, там лайки, все дела. Все, мы пошли гулять. Все, вышли мы на улицу. С Дейзи захотел гулять, как бы я, но идет с ней Рита. У нас, я не знаю, показывал или нет я, у нас длинный такой поводок. Покажи, Рита. Рита, покажи поводок. Вот, смотрите. Длинный такой поводок, то есть в длину опускаешь и, то есть, и она может гулять на свободном выгуле. Короче, ветер очень сильный. И, блин, сейчас он еще подутих. Мы спали, получается, ночью, когда я уже говорил, очень-очень сильно задувало. Прям, вот знаете, такое вот, как вот в ужастиках, вот дети, знаете, пищат, вот, да, Рит? Что-то такое похожее. Как дети пищат, вот, и прям вот так вот. Вот так вот, такой звук страшный. Я просыпался под утро уже. Блин, ну такое, знаете, ужастики. И сейчас ветер просто не перестает, очень пронизывает, очень холодно. И снег, посмотрите, как нападал. Волнами. Волнами вот так вот. Смотрите. То есть, вообще, вообще не весна никак. И там говорит, я бы на твоем месте одел бы капюшон. А он у меня вот такой капюшон, он мне в глаза лезет, вот это все. Блин, я такой думаю, весна, встану. Знаете, птички так будут петь. Красота, я выйду такой. Первый день весны, все дела. Такой. Их там падал. Короче, вот и вся весна наша. Ты хотел погулять с Дейзи. А, да, я хотел погулять с Дейзи и гулять с Нерита. Гуляй. Дейзи, давай гулять. Дейзи. Дурочка. Вот. Ай! Смотрите, она у нас... Она у нас собака Рокло, она вечно запутывается. Она вечно запутывается в веревку. Дейзи, давай пока снег поваляемся. Смотрите, она уже запуталась, смотрите. Давай валяться. На удушающий. Ну что? Ай, фу, она меня поцеловала, говорит. А ну, дай руку. Нет. Ну дай руку. Нет. Ну дай руку, она на меня снег, он потрошит. Дейзи, давай, кидай. Дай. Побежали пробежку. Ну, вот это классик. Пробежка.
кого первого голова закружится? У меня. Уже, кстати. Ой. Ой, вот у меня закружилось. А я устал. Смотрите, как Дейзи реагирует на другую собаку. Дейзи. Привет. Как тебя зовут? Тайсон. Тайсон, иди ко мне. Ага. Тайсон? Ага. Капец, он здоровый, блин. Дейзи, ты по сравнению с ним щенок. Капец, ей пофиг на этот, на рост. Неадекватная. Капец. Врезалась. Тайсон, дай я тебя поглажу. Нельзя, Тайсон, чё? Нельзя. Чё нельзя гладить? Просто. Да я себе кавалера нашла. Ага. Что-то у него такая манечка, он жопой поворачивается и жопой ее стукает. О, что это? Весело. Пока там Дейзи гуляет, ну, с собачкой, отойду с вами, пообщаюсь. Короче, ну, эта собачка, вот эта большая, это собачка девочки, которая тренировала Дейзи нашу, кинолог. То есть, ну и периодически Рита выходит с Дейзи, она со своей собачкой, с Тайсоном, вот этим большим черным, и гуляют. Зато Дейзи набегается с ним, они бегают, как оглашенные. Бегают такие, Дейзи довольная. И что хотел сказать, ребят, пишите в комментарии свои идеи. И еще у меня есть группа ВКонтакте, пишите свои идеи для влогов. То есть, почему нет? Я посмотрю, если крутые идеи есть, что-то почудю, что-то поисполняю с пацанами. Заходите там и куда-нибудь в комментарии, везде пишите идеи свои. А я просмотрю обязательно и что-нибудь да возьму. Вот, смотрите, ребят, из-за ветра какая волна образовалась. Просто гляньте. Бум. Ребят, Рита там еще гуляет, я уже домой зашел. Что-то замерз, не знаю. Это, прикиньте. Захожу только что домой, двери, замок вставляю, ну, ключ, замок. Оп-хоп, открывать, думаю, что она не открывается. Оп, двери открыты. Думаю, ого. Ну, мы с Ритой, думаю, столопы. Заходи, не бойся, выходи, не плачь, называется. Бери, что надо, вон, ноутбук, что там, вон еще ноутбук, а где GoPro, GoPro надо, а вот GoPro есть, надо, бери, снимай там вложики, вот это я чуданул, ну ключи у меня были, значит это я начудил, блин, первый раз такое. Все, погуляли с Дейзи, вы сейчас с пацанами раздеться, вот уже. Теперь погуляешь с нами. Погуляю, сейчас выгуляю пацанов, вы все спрашиваете, где Фома? Ваню вы видели в прошлом влоге, там в бассейне вам стриптиз показывал. Я? Да. Короче, сейчас вызваниваем Фоме, фиг до него дозвонишься. Он номер Фомы. Как президенту, ему звонишь как президенту, да? Короче, сейчас заедем за Фомой, куда-то поедем, проедемся, а то скучно как-то. И драй-драком. Такая весна, блин. Аж не весна. Вообще скучно, делать нечего. Погода не погода. Жду тепла, будет очень много крутых влогов по теплу. А сейчас ездим, гуляем такое. В общем, Фома, возьму трубку, дебил. Даже будки не идут. А кто тут у нас? Сегодня влог? Да. Ёба, брат, я трусы. А ты не, я трусы не одел. Не причесался, да? Да. Короче, только что прикол был. Получается, Фома живет, ну, знаете, как районы идут, дома. Фома живет в определенном районе, а я такой что-то с Ваней разговорился и проезжаем Фому. Оно скользкое, пока развернулся, там меня где-то покидало. А Фома сидит, стоит тут офигевший, замерз, смотрит, проехали. Да, думаю, куда ты? Забыли, думаешь, да, про меня? Когда мы за шаурмой натанцевались в дороге, машина, ух ты, я на дорогу выбежал, там машина едет. Вот у меня ума. Короче, что я хотел сказать, капец дороги, блин, вообще не обслуживаются, не почищенные, едешь, кидают, под горку на светофоре остановился, блин, буксуют. Короче, слышишь, хотя бы
Нафига ты толкаешь? Дебил. В этом. Хотя бы в городе чистили. Я в шоке. Фу, Фома курит. Фома секс, курит. Драка, фу, секс, фу, Фома курит. Процесс, секс, драка, секс, охуительный процесс. Секс, драка, секс. Заберите его. Заберите его в обезьянник. Оно неадекватно. Смотрите, мы тут идем деньги снимать. Смотрите, какая тут борзая ворона ходит. Цып-цып-цып. Куда ты? А курить будешь как-то? Добей. Я не успел. Что ты сказал? Говорит, добей, добей, бычок. Дождались мы свою шаурму. Короче, ну, я считаю, что здесь самая вкусная в мире шаурма. Ну, в мире. Вот, короче, синенькое вот это серое здание. И тут шлагбаум идет. Ну, кто с Артемовска, тот шарит. Нам заплатили за шаурму? Не, ну это бесплатная реклама. Бесплатная шаурма? Не, мы, кстати, за нее заплатили. Мне тут очень нравится шаурма. Кто будет, попробуйте, напишите, какую я вам шаурму посоветовал. Вкусную или невкусную. Под этот блог в комментарии зайдете и напишите, когда попробуете. Кто из местных. Мне нравится. Очень вкусная. Тебе как его? Очень вкусная шаурма в синем лавке. Фома уже съел. Все, подкушали мы шаурмы. Прикиньте, мы неадекватные. 20 километров ехали, чтобы поесть шаурмы. А пить хочется? Я тоже попил бы. На не замерзайки попей. Это антифриз. Не, будешь? Я такой не пью. Не, Фома, ты будешь? Да, я уже бах. Я видел, ты неадекватный. Короче, ребят, едем мы домой, и по дороге тут по трассе, ну, я вам говорил, что сегодня, ночью был ветер очень сильный, и посмотрите, что он натворил, какие волны. Мне вот хочется, как в детстве, проверить здесь глубину. Я сейчас, наверное, просто так с разгону туда вот так прыгну, а там, представьте, какая там глубина. Так ты туда иди. Да я туда просто не залезу, я еще и куртку не одел. Короче, сейчас вот тут... Прыгай. Прыгаю. С разгона. С разгона? Да, так красивее. Так, а думаешь, там глубина большая? А нет. Это еще не до конца, смотри. Капец. Ваня, дай руку, я не могу выбраться, дай руку. Я не могу выбраться, брат, реально. Удочку свою оттуда доставай, потом туда горы. Ого. Я вырвался. Смотри, тут туннели можно копать. Тут можно сделать халабуду. Ну все, ребят, развез я уже пацанов. Вот так вот, видите, проводим время. Вот так вот уже и день прошел. На улице холодина, делать нечего. Я не знаю, напишите в комментариях, чем вы занимаетесь, когда холодно. Ну, я понимаю, там, смотрите YouTube, я тоже сижу, смотрю YouTube, там. Но я сам тоже снимаю, и я это обожаю делать. И иногда просто, вот так вот, допустим, тебе нужно что-то снять интересное, ты там уже придумал что, и просто у тебя влияет на тебя погодные условия какие-то, что-то там, допустим, я не знаю, вот мне не нужно уже, чтобы этот был снег, у меня там были планы уже видео без снега, там, неважно, какие увидите, то есть, мне теперь, я нервничаю, потому что выпал снег, у меня нервы, я в депрессии был, ну, вышел немножко из депрессии, с пацанами погуляли, покатались, такое, знаете, вот уже и день прошел, вот уже на часах без 25 вечера. Туда-сюда сейчас, пока начну монтировать вложек, наверное, уже и день прошел. Ну что, ребят, если вам понравилось это видео, обязательно влепите мне большой палец вверх. Подпишитесь на канал, если не подписаны. Многие есть, знаете, смотрят, но не подписываются. Возьмите, зарегистрируйтесь, подпишитесь, мне будет приятно. И обязательно нажимайте колокольчики. Колокольчики жмете. Я знаю, я надоел вам с этими колокольчиками конченными, но... Колокольчики, когда жмете, вам приходят видео сразу. Если вы не хотите первым, ну, если вы их не хотите пропустить, жмите колокольчики. Ну все, ребят, с вами был Виталий Зеленый. До новых встреч, до новых влогов. Всем пока-пока.